Священная цитадель над Бугом. Здесь вся земля полита кровью. Здесь защитники стояли насмерть за каждый метр. Для брещан именно это место является своеобразным прообразом жутких событий Хатыни. Митинг «Реквием», посвященный 75-летию со дня трагической даты, состоялся у памятника героям-артиллеристам 131-го артполка, принявшим на себя первыми удары врага в июне 41-го. Именно здесь начинались вот эти вот адские вещи, которые творили немецко-фашистские захватчики в Хатыни, потому что понимали, что народ победить этот нельзя, и запирая их в казармах, они именно сжигали их, потому что выманить их они не имели возможности. И именно поэтому здесь сегодня мы в Брестской крепости собрали брестскую молодежь. Брестская крепость стала прообразом всех тех страшных вещей, которые проходили на протяжении всей Великой Отечественной войны, и стала и прообразом Хатыни в том числе. События военных лет уходят все дальше в прошлое, но о них помнят не только представители старшего поколения. Около 30 молодых активистов БРС Московского района города отдали дань памяти погибшим. Неважно, в каком городе вы живете, но эта беда коснулась каждого из нас. И долг каждого белоруса помнить об этом страшном событии. Ровно 75 лет назад маленькая белорусская деревня Хатынь перестала существовать на географической карте. Но скорбь о погибших, мучениках и непередаваемое чувство восхищения стойкостью советских людей живет и будет жить в сердцах современников.